Новость сегодняшнего дня. Украинский премьер Яценюк подал в отставку. Так закончилась долгоиграющая интрига вокруг «уйду-уйди» между ним и президентом. Анонсировал он уход последние пару месяцев. Порошенко отвечал: «надо уходить». Но политологи сходились в одном. Яценюк явно выторговывал себе новое место. Что это за место, пока непонятно. Но, судя по заявлению в эфире украинских телеканалов, у Яценюка явно очень высокие амбиции. Я принял решение скласти повноваження. Я принял решение сложить Украины. Полномочия премьер-министра Украины. Во вторник, 12 апреля, решение будет внесено в Верховную Раду. Вижу свои полномочия шире, чем полномочия руководителя правительства. Политический кризис в стране развязан искусственно. Желание изменить одного человека слепило политиков и парализовало их волю для реальных изменений на Украине.